Всем привет! Итак, сегодня мы будем проходить Battlefield 4. Ну и, конечно же, на самом сложном уровне. Ладно, черт. Я не хочу умирать под эту песню. Да никто не умрет. Наверное. Ирландец, ты знаешь, какая рыба водится в боку? Никак нет, штаб-сержант. Эй, Рекер, ты очнулся? Возвращайся к нам, парень. Больше не отключайся. Так, я Рекер. Славно, Рекер. Круто водишь, okay. Только концовка. Малость подкачала. А я за рулем был? Включи свет, Пак. Ну, извиняй. Сиденье не двигается. Ты застрял, сержант. Ирландец, паниковать в такой ситуации — это самое худшее. Не надо так говорить. Ты меня до усрачки пугаешь. Пак, помоги сдвинуть сиденье. А, мы все еще тонем. Мы вытащим тебя отсюда, да. Слышишь? Каким образом? Двери заклинило! Черт! Не так все должно было произойти, ирландец. Рекер, возьми мой пистолет. Ты чего, зачем? Блядь, он теперь твой. Ты чего, блядь, задумал? Если волк хочет выжить, он должен открыть себе лапу. Стреляй! Не делай этого! Стреляй. Давай, Рекер, стреляй в окно! А, в окно! Без проблем. Рекер, блядь, не вздумай! Спасайтесь, выбирайтесь отсюда! Выбирайтесь в корню! Я уж думал своего стрелять. Фух, пронесло. Так, и где это мы? Граффити. Доберитесь до безопасного места. Оу. Реально, где это мы? Шкафчики. Оу, круто. Вперед! Вот они! Вперед! Чего, нет? Это наши? Что-то не похоже. О, голубятник. Бросай! Осторожнее, осторожнее. Я чуть тебе в лицо не пальнул. От хвоста ты избавился. Оу! Полегче, Пак. Где тебя черти носили? После того, как передача данных пошла наперекосяк, я отправился сюда. Русские, да, спецназ, они то тут, то там. Дыши глубже, сынок. Информация у тебя? Да, да, у меня. Славно. Черт, уже светло. Нам нужно добраться до точки эвакуации. Ирландца видел? Я думал, он с тобой. Придется нарушить молчание. Могильщик 3, это могильщик главный. Где вы? Могильщик главный, возвращаюсь с севера. Уже близко, запрашиваю огневое прикрытие. Вас понял, ирландец. Так, сейчас будет перестрелка. Прикройте мой задник. Займи позицию в окно. Опа, на оружие. Скар. А что лучше Скара? Ох, ни хрена себе, тут еще открывать и открывать. Ладно. О, снайперка. Вспомогательная есть. Давайте возьмем снайперку. Да, так, будем прикрывать ирландца. И где он? Никого не вижу. А вот. Вот он! Ирландец, осторожно! Отцепись от меня! Да он и сам справился. Враги в окнах напротив! Вижу. Они меня прижали. Он еще появились, убил. Видите? Вижу. Еще двое слева! Прямо валим их! Яблочко, молоток! Ирландец, давай к нам! Отлично. Кто-то еще движется? Мы все грохнули, чисто! Руку дай. А это что за здание такое? Ты цел, ирландец? Твою мать. Кто сказал, что эта хата безопасна? Могильщик, выдвигаемся.
Могильщик. Крепость, это могильщик главный. Пакет у нас, но мы расшевелили осиное гнездо. Движемся к точке эвакуации. Вас понял, могильщик. Вертолет на подходе. Приведите отряд на позицию. Конец связи. Внизу, в атриуме. Они нас пока не заметили. Тихо. Надо их сразу завалить. Пометь их и дай сигнал. Отлично сработано, могильщик. Что-то вы хреново стреляете, парни. Ни хрена! Убил. Доложи обстановку. Чисто. Еле держусь на ногах, но стою. Не обойти, спускаемся. Так, нам сюда. И где выход? Все, танк приедет. Все целы. А это что у нас? Окружение. Огнем из обычного оружия можно. Ага. Все, будем стену пробивать. Сделай, чтобы в ушах звенело. Отойдите, парни. Чудесно. Пошли. Могильщик главный, это жар-птица 2-1. Мы на подходе. У кого расчетное время прибытия? Прием. Рад вас слышать, Хокинс. Мы приближаемся. Выводи своих парней на крышу. О, как красиво. Эй! Ты чего? Сканируешь сектор, Рек. Окей. Вон то здание. Это скорее половина здания. Есть! Это наша точка эвакуации. Так. Хокинс сообщала о присутствии противника. Видишь их? Вижу. Четверо. И один в машине. Мне их убить? Что? Тактический бинокль сломался, Рекер? Взгляни еще раз. Давай, Рек, бинокль очень полезная штука. Да я уже смотрел бинокль, что там пристал ко мне. Следите за своими секторами, не спускай глаз с цели. Полегче. Четыре стрелка, прямо перед нами. Олег, это плохо, это очень плохо. Тише. Давайте их по стелсу. Есть один. Так, там еще второй. Прикрываю тебя с тыла, Рекер. Огонь на поражение. А, он меня не видит. На. Еще двое. Собираем жетончики. Воу-воу-воу-воу-воу! Я прикрою ваше передвижение, только отвечайте цели. Понял, Рейкер! Указывай на нее цели! Нормально! Берегись! Так, я пока никого не вижу. Вижу! Граната летит. Готово работать.
Добил. Воу-воу-воу-воу-воу. Рекер, поняла. Ухожу. Ждите, перезаряжаюсь. Отлично отработано. Урок введен. Патроны в магазине. Блин. Ё-моё. Окей, давай нам цели. Так, давайте бежим. Цели, цели, цели. Вам нужны цели? Сейчас будут цели. Вижу еще противников на холме впереди. Контакт! Прямо впереди! О-о-о, еще едут. Начинаю обстрел! Готово работать! Да твою мать, кто меня стреляет? На! Да, чисто. Блин, черт, 18 хелсов, мало. А теперь что? Есть. Ну что они на меня все сагрились? Так, еще едут. Понял, еще позади. Покажите по меня. Ха-ха-ха-ха.
Убил? Убил, кстати. Все, все. Со стороны входа! Блин. Да. Откуда ты еще взялся? Мурашки по коже от этой старой развалюхи. Ага. Сильно зараза напоминает мне о дождь. Прости, что я там был. Да, завод большой. Мы все живы. Это самое главное. Чисто? Углы, парни. Мы наверх в этой хреновине поедем? Так быстрее всего. Да и искать другие варианты некогда. Это вы еще с террасы не смотрели. Думаю, я буду в полном восторге. Заткнитесь. Смотреть в оба. Могильщик главный. Радар показывает противника в воздухе. Блядь! Эй, понял. Помогите! Один! Вот падла! Блядь! Охренеть просто! Какого черта? Встаем! 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 Эта падла разнесет все тут нахрен! Бежим! Далеко! По-моему, это верхний этаж. Могильщик главный, где ваш черти? Верхний этаж. Мы бежим. Он улетает, да? Тащите вертолет, быстро! Надеюсь, эти блядские данные того стоят. Быстрее! Залезайте сюда, здание шатается! С дороги, не подходите! Я потерял! Пиздец. Нет! Я в шоке. Это что такое было? Ты в порядке, брат? Да не сказал бы. Хокинс или кого-то еще? Нет, никто не выжил. Вытащи данные из-под обломков. Не могу, его придавило. Попробуй, я тут рекер вытаскиваю. Вот черт. Вот черт! У него нога слопнут, как Ардель. Да, с тобой все будет в порядке, я обещаю, мы тебя вытащим. Так, топливо! Да, знаю, знаю! Стой! Трекер, прикрой меня! Так, а это кто? Выходи, быстро! Выходи! Служба спасения, да? Я помогу! Поможешь, но-но. Нет, уходите, опасно! Вы гражданский. Трекер, мне нужен твой нож! Зачем, штаб сержант? Придется резать ногу! Что придется? Рейкер, иди сюда! Если волк попадает в капкан, он отгрызает тебе лапу, чтобы выжить. Ну же, кости все равно раздроблены. Тут только мясо и ткань. Давай, режь! Оу, мать твою. Он умер? Нет, не умер, а просто потерял сознание. Тебе ли не знать, ты вроде как сахарный помощь. Это были трехчасовые курсы! Да может хватит нас бомбить.
Сюда летит! Ложись, так ложись! Же. Поехали, поехали! Вертолет возвращается, поехали! Эти асеры славные ребята, да? Давайте. Что, я за рулем? Ты выживешь, да? С тобой все будет в порядке, мы тебя выпишем, обещаю тебе! Он же выживет, правда? Ваш командир обязательно выживет. Поехали, Рекер, ты за рулем! Окей, я уже понял. Небось, это могильщик. Наш вертолет подбит. Нужен другой вариант, как слышите? Могильщик, это крепость. Вторая эвакуационная группа в пути. Езжайте 3 километра по дороге на запад. Вас понял, крепость. В пути. Где вертолет? Не знаю, я смотрю. Черт, нога! Да. Жена меня убьет. Дан, дыши медленнее. Мы довезем тебя домой. С тобой все будет. Если полученные данные насчет адмирала Чана и русских подтвердятся, домой никто из нас не поедет. Кто-нибудь еще слышит первый аккорд? Он летит! Ты, Рекер, сможем оторваться? Охренеть. Это, блядь, вряд ли. Что это вертолет? Что такое? Где же эта падла? Куда он делся? Видишь его? Я не видел, куда он, блин, делся. Вот, вижу. Приготовиться. Канана. О, но еще б чуть-чуть. Пронесло. Подожди, черт возьми. О-о-о-о-о. Обстрела. Вот, блядь. Нет. Да ну нафиг. Мочи этих мудаков. Давай. Не понял, я ж попал. Твою мать, я попал. Ну хрен с ним, давайте еще раз. Вот, вижу, приготовиться. Быстрее! Но еще чуть-чуть. Поднажми, черт возьми. А, заходит для обстрела. Вот, блядь. Нет. Мочи этих мудаков. Давай, еще раз. Так, прицелиться. Еее. Не понял. Пиздец. Ни хрена не понял. Ну давайте еще раз. Не так все просто. Вот, вижу, приготовиться. Быстрее! О! Ну еще чуть-чуть. Поднажми, черт возьми. А, заходит для обстрела! Вот, блядь, нет! Мочи этих мудаков! Блин, еще раз. Ну если ты еще раз не попаду, это будет жесть. Еее! Попал. Вот зараза. Ну, наконец-то. Могильщик раздобыл данные. Ага, так вот, вот как мы попали в машину. В Китае, русские будут на стороне в самом начале. Это то есть в воду. Рапорта нашего агента в Китае. Значит, штаб-сержант Дан погиб ради того, что мы уже знали. На улицах Шанхая массовые беспорядки, капитан. И тут замешаны русские. Нам нужно было знать наверняка. Наше закрытие Суэца – это уже довольно деликатная проблема. Один неверный шаг – и будет война. У вас приказ, капитан. Слушаюсь, сэр. Мы направляемся к восточному берегу Китая. Так, ну что ж, думаю, завершим мы на этом серию. Надеюсь, с машиной ничего не случится.
Успокойся. Это было круто. Всем пока-пока. Все будет в порядке. Ну что?